эту доску, 3D-доску, делать очень долго и дорого. То есть я уже показывал, как ее делаю. То есть это надо все последовательно склеивать полоски разного цвета, чтобы в конечном итоге получить такой 3D-эффект. Я решил попытаться сделать ее на станке с ЧПУ. Это гораздо быстрее. Показывать это не буду, поскольку ничего интересного там нет. Но одновременно я решил сделать такую же доску, но круглой формы. Посмотреть, будет ли проявляться 3D-эффект на круглой форме. Вот это покажу. Получился результат. Конечно, на квадратной доске 3D-эффект выглядит более явно, но на этой тоже можно заметить.